никакого стрима нет. Я понял все, понял. Его удалили из-за порно, потому что он туда свои письки сиськи заливал. Уже хорошо, губная помада есть. Шурлык, вызываю дух Маслаева. Сейчас. Да? Ну что я могу сказать? Да. Вот, как обычно, я всегда не один ответ Назарбаев и всем диктаторам. Вот. Это вот что сейчас было, а? Что я, блядь, делаю? Что, блядь, я делаю? Я делаю какую-то хуйню, которая меня опустит. Олег и Влад. Сейчас, не понял, все. Запекаю, все. Ой, блядь, вот, приходит к нему сосед и говорит, давай выпьем водки, а тот говорит, ты меня иголочкой хочешь пидором выставить и спидом заразить. Давай, 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 давай. А если проститутка рожает ребенка, она уже перестает быть шлюхой или проституткой? Если она русская, то она не шлюха. Вот он у нас выебывается. Какое качество, сколько, блядь, да, Бога. Я убивал людей. Пошлите все нахуй. Но моя скромность говорит мне о том, что я бог. Ой, блядь, ебаный в рот! Ай, сука, во второй уже не могу, блядь, сука! Ай, я не, блядь! Ебать! Ааа, ебаный насос! Ебаный насос! Пиздец, ты описываешь, что ты чувствуешь, блядь? Ёбаный в рот, блядь, сука! Если бы я в США родился, я бы все равно был бы патриотом России. И начал ебать его в подъезде. И когда они, Юрков ебал его в подъезде, вышла соседка с собакой, и она гавкала. Все художники продажные, суки, педерасты. Олег Маврамати, ты гандон. Спасибо, спасибо. Все, надо все, всем превратиться в животных, в конце концов. Вот у нас, господи, прости. Посмотрим, резали что. Мы чат не ругаем за донатом, мы ругаем конкретно Владимира Юрченко, который доказывает, что нам донатил, а он нам не донатил. Надо все-таки подсказать, что есть расчески, вот да. Есть, ну, расчески, есть, ну, какашки есть, ну все же это имеется в обиходе, чтобы себе популярность делать.